Ну, я сподіваюся, що ви недаремно не спите так само, як і ми. Ось. І зараз ми розженемо нашу YouTube-аудиторію цікавими рефлексіями на тему бідності в Росії. Неодноразово ми вже чули, ну і в тому числі від ваших колег, що бідність Росії не загрожує, особливо враховуючи кількість мільярдів, які перераховуються за нафту і газ. Цікава цифра з'явилася буквально днями, що 63 мільярди доларів Росія отримала від 24 лютого. Від 24 февраля. Це день вторгнення. 63 мільярди. Коли це скінчиться, як вважаєте? Ну, это практически миллиард в день. Да. Чуть меньше. Вот, но смотрите, вот если так читать разные информационные ленты, то будет складываться ощущение у тех, кто не живет в России, что действительно санкции заработали, наступила бедность, там сахара не хватает, да, очереди за разными продуктами. Но на самом деле давайте просто реально воспринимать то, что на самом деле происходит в России. Безусловно, санкции нанесут катастрофический ущерб российской экономике, но в долгосрочной перспективе. И, например, сейчас многие мои знакомые, которые находятся в Москве, мне рассказывают, что, ну, в принципе, ну, практически не ощущается, что страна воюет. Вот, потому что до лета, как минимум, еще страна будет жить на старых запасах. То есть то, что бизнес закупал на 3 месяца вперед, я имею в виду товары, продукты, автомобили и так далее, и так далее. То есть это все есть, да, безусловно, на что-то цены выросли, как там, например, на лекарства, потому что они импортные, ну, многие лекарства импортные. А выросли цены на автомобили, на бытовую технику, ну, так заметно, да. Вот. Но если просто придешь в продуктовый магазин в Москве, в Питере, в крупных городах, то цены ну, выросли, конечно, но не на там, 100%, 200%, это может быть 5 на что-то процентов, на что-то 30%. Вот. То есть никакой катастрофы сейчас, я предполагаю, большинством населения не ощущается. Но это где-то до лета, да? Более того, все сотрудники западных компаний, которые покинули рынок, получают зарплату, потому что по Трудовому кодексу любая компания обязана выплачивать зарплату. Поскольку западные компании – это бизнес, которым дорогая репутация, они, конечно же, не будут нарушать Трудовой кодекс. То есть пока еще люди вот 3 месяца получают зарплаты, да, еще какие-то... Компании ушли не сразу после войны, а только через месяц. Так что ситуация где-то до июля. В июне, наверное, вот еще какая-то часть населения поймет, да, что придется платить. А все остальные будут понимать, начиная с июля, а может быть кто-то из сентября. Нужно ведь еще понимать, что большинство населения страны не покупало одежду в Заре, не покупало мебель в Икее, не пользуются Netflix. То есть вот все, что сейчас мы имеем, последствия санкций, это все ударило в основном по среднему классу, по тем людям, кто уехал из-за репрессий, потому что карточки там не работают, масса всяких разных проблем испытывают. То есть вот те люди, которые, вот вы должны понимать, против Путина, против войны, вот по ним санкции ударили. Большинство людей, которые смотрят телевизор, питаются там с грядки, покупают одежду на рынке или вместо там качественных продуктов, там качественные сыры, например, покупают какой-нибудь некачественный сырный продукт. Вот пока до них еще, ну, только начинает доходить, да, еще не дошло. Все будет ближе к сентябрю. Вот. Но то, что санкции беспрецедентные, и то, что вот правильный у вас анализ, у многих других и у многих российских экспертов, то, что эти санкции рано или поздно нанесут катастрофический удар, да, по российской экономике, вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Только надо понимать, что у страны, у России много резервов, много денег, много нефти и газа, и даже если, вот давайте представим, сейчас это все обсуждают, возможный 6-й пакет санкций. Я, если честно, не уверен, что этот пакет санкций будет, но давайте представим, что вот его приняли. В моменте это приведет к резкому росту цен на нефть и газ. Ну, давайте возьмем, предположим, нефть. Если Европа, если Запад перестанет покупать российскую нефть, то это означает, что российская нефть будет продаваться в другие страны с серьезным дисконтом, там, например, в 30%. Но с учетом подорожания нефти, да, эти 30% никак не почувствуют те, кто продает нефть. Да, то есть как миллиард в день поступает от углеводородов, так он и продолжит поступать. Только этот миллиард будет с учетом вот той, того дисконта, только этот дисконт будет от увеличенной стоимости. Но в случае принятия шестого пакета, да, в случае роста цен на нефть и газ, все тяготы, все, так сказать, деньги начнут платить за вот эти санкции, в основном жители европейских стран. И именно вот из-за этого, на самом деле, такая проблема с принятием этого шестого пакета, то, что европейцы за это заплатят, а путинский режим, на самом деле, ну, не сильно потеряет. Ну, я очень рекомендую всем почитать пост Андрея Мовчана, да, вот буквально недавно опубликовал. Вот, может быть, там не со всеми цифрами можно согласиться, да, со всеми выводами, но он, очевидно же, говорит о том, что Запад не спешит к принятию шестого пакета санкций, возможно, даже и не примут этот шестой пакет санкций, ровно исходя из тех аргументов, которые я сейчас вам назвал. Дмитре, а скажіть, ви кажете, що більшість Росії не скуповувалася в магазинах «Зара», але ж вони працювали там, ну, тобто ці люди десь там підпрацьовували, і вони втрачають роботу. 1000 західних компаній пішла. Чи вже є якась статистика по тому, скільки людей втратило роботу, скільки росіян втратило роботу в зв'язку з тим, що почалася війна в Україні? Но на самом деле сейчас бессмысленно обсуждать какие-либо цифры, потому что российское правительство все эти цифры умеет скрывать, тщательно занижать. Вот. И, например, там есть такой термин, что частичная занятость. Да? То есть когда люди, например, раньше работали там, в 5 дней в неделю, да? А сейчас их перевели на 3 дня в неделю, рабочую неделю. Вот. И это называется частичная занятость, это не попадает ни в какую статистику, а на самом деле, ну, допустим, предприятие встало, или, например, предприятие выпускало там, допустим, X количество продукции, да, а из-за того, что не поступают какие-то там детали, какие-то составляющие, стало выпускать там 0,5 X, предположим. Значит, наполовину нужно было либо сократить сотрудников, либо просто все стали работать не в 2 раза меньше, да, кто-то там 3 раза в неделю, кто-то 2 раза в неделю, и все эти люди ни в какие статистики не попадут. Поэтому сейчас сказать сложно, вот, но в основном, да, здесь еще надо понимать, что очень многие мигранты уезжают в этих условиях, потому что нестабильно, потому что очевидно и потребление падает, и заказы, количество заказов падает. То есть, грубо говоря, там какой-то массовой безработицы сейчас точно не наблюдается, да? Вот, по той причине, что я назвал первую, ну и плюс все равно какие-то там меры поддержки государство делает, то есть, например, там дает какие-то заказы, да, как-то поддерживает там IT-предпринимателей, еще кого-то, денег же много поступает. Ну, вот вы сами сказали про 63 миллиарда, да, но там, если мы берем вообще все углеводороды, да, там от экспорта там миллиард в день поступает, миллиард долларов. Это колоссальные деньги, при том, что импорта стало в 2 раза меньше, то есть, в принципе, у режима этих денег даже избыток. Опять-таки, в моменте, да, вот сейчас, краткосрочно, у многих складываются ощущения, особенно вот за счет вот этого искусственного удержания курса доллара, курса рубля, когда, знаете, ну как это Ходорковский написал, да, Путин принял Россию при 25 рублей за доллар, да, и скорее всего сдаст при 25 рублей за доллар, но есть нюанс. Вот, как в том известном анекдоте. И сейчас тоже курс доллара, по-моему, сегодня 66, что ли, рублей, там 67, евро 69 рублей. Казалось бы, даже меньше, чем, вернее, рубль сильнее выглядит, чем до войны. Но на самом деле мы же понимаем, почему. Потому что искусственное регулирование, потому что не разрешается там всяким разным компаниям, биржевикам продавать акции. Ну, то есть там масса всего. Ну и плюс еще импорт, конечно же, упал, да, плюс еще люди перестали выезжать за границу, там, вывозить капитала, потому что они ограничены, ты можешь там, мог $10 000 снять, не больше. Вот, и очевидно, что когда у тебя вроде бы ты смотришь новости, курс доллара стабилен, рубля точнее, да, когда вроде бы в магазинах все есть, вот, да еще там пропаганда рассказывает, как все замечательно, поэтому... И атмосфера пока еще в стране как будто ничего не происходит. Ну так, для массового избирателя Путина. Но это до поры до времени, потому что прошло всего там 3 месяца. Многие санкции начнут заработать только с июня, какие-то в августе будут включены. Так что вот в июле, скорее всего, начнут люди ощущать эффект санкций, а к осени уже будет прям все тяжело.